Всем привет! Друзья, с вами снова я, Иван Фабро, и сегодня я хочу сделать маленький такой видеоанонс, быстренько, видеообзор, и, ну, даже не обзор, а просто донести вам информацию о том, что совсем недавно на свет появились новые книги. Они, конечно, не новые, это книги старые, очень крутые, очень полезные, и эти книги переизданы специально для вас. То есть был проведен мониторинг, какие книги, ну, крутые, классные, много полезной информации, и которые нужны пчеловоду, но этих книг в легком доступе нету. Вот есть, сейчас выпустилось 7 книг. Это все выпускалось, перевыпускалось, переиздавалось одной типографией. Все книги на один мотив, это в мягком переплете книги, формат в принципе одинаковый, листы белые, все читабельно, есть иллюстрации, есть картинки, рисунки в книгах, то есть все на русском языке. Здесь эта книга просто переиздана, она на русском языке, и ничего тут как бы не менялось, просто поменялось, возможно, сам формат книги. И вот я хочу вам порекомендовать, потому что книги, конечно же, есть в электронном виде, но тут уже каждому выбирать. Не всем, мне, допустим, информация воспринимается с книги, нежели с электронного варианта. Ну, тут такое дело. И не у каждого есть интернет на пасеке, не у каждого есть такая возможность. А вот книгу с собой взял в поезде, взял, почитал, или после рабочего дня прилег и почитал о том или ином. Почему я рекомендую книги? Я их рекомендую по нескольким причинам. Первая причина, не буду скрывать, это бизнес. Мы, ну, переиздательство, естественно, на этом мы зарабатываем. Но причина самая важная, это то, что многие пчеловоды, которые занялись пчелами, они ищут много информации, много просто начинают учиться и не знают, с чего учиться. И вот эти одни из тех книг, которые очень полезны. Вот, например, книга Фольца. Называется «Содержание пчел в многокорпусных улях». То есть все о содержании в многокорпусниках. Все написано, все расписано. И тут вот автор пишет: «Современное промышленное пчеловодство стремится к тому, чтобы один пчеловод мог ухаживать за большим числом членов семей без помощи другого человека». И то есть, ну, тут много всего, не буду перечитывать, очень интересно. И книга «Все о содержании многокорпусников». Все, кто стремятся к промышленному пчеловодству, рекомендую вот эту книгу. Есть вот книга книга, вот, очень тоже классная, Родионов и Шабаршов, «Многокорпусные ульи и методы пчеловождения». Тут все то же самое, тут о том, что в многокорпусниках уход за пчелами очень серьезный, непростой, и такую, как бы, в помощь пчеловоду, как это методы, тут все расписано. Тут вот работа с корпусами, промышленные подходы и так дальше. Вот Фольц писал, например, вот о сильных семьях, как создавать сильные семьи, как получить много хорошего, ну, много меда вот в данной книге и так дальше. Рекомендую вот такие книги «Корма и кормление пчел». Это Таранов. Очень классная книга, потому что многие спрашивают, ну вот, тут описаны все рецепты, создание там помадок, когда правильно кормить пчел, какие пропорции делать сиропов, ну и так дальше. То есть тут все рецепты. Эта книга, ну, кто читал, тот знает, что это очень крутые, классные книги. И я рекомендую всем начинающим, рекомендую всем даже не начинающим, а просто поправлять свое, как бы, знание, потому что знание – это сила, а не знание – тьма. Ну и книга прикольная, Абрикосов, который создал, это техника американского пчеловодства. Тут все о промышленном пчеловодстве, все тоже о подходах, как американские пчеловоды содержат большие пасеки, очень большие, как они умудряются это все делать, почему у них такие подходы и так далее. Тут все описано, вот, например, я открою, давайте ради интереса, и почитаю вам, о чем здесь речь идет. А здесь речь идет вот в этой книге. То есть тут есть техника вывода маток, нуклеусы, смена маток, снабжение пчел там водой, зимовка, как активные пчел, утепление, то есть контроль роения и так дальше. То есть это все о промышленности. Это книги подобраны
для начинающих и для промышленников. Тут все о содержании в многокорпусниках, о промышленной технологии. Фольц, например, вот Шабаршов, Родионов. Вот есть сборник докладов с научной конференции по пчеловодству, тоже промышленное пчеловодство, то есть организация труда. Ну и вот книга «Корма и кормление пчел». Есть еще там о породе пчел, ну и так дальше. Я покажу вам картинки, какие книги есть. Что еще хочу сказать? Стоимость одной книги, любой, хоть этой, хоть этой, хоть этой, стоит 105 гривен одна книга. Продажей, приемом заказов и продажей занимается моя любимая жена Танюшка. Она принимает звонки, заказы, и она же отвечает за доставку и за все остальное. Так что телефоны моей жены я оставлю в описании. Звоните по книгам. По не книгам не звоните, потому что она у меня красивая и любимая мной жена. Вот такая информация. В наличии есть 7 книг, еще будет много интересных их. Именно не просто книг, не просто бумаги, а интересных их для пчеловодов, которые очень и очень полезные. Я вот читаю Facebook, там, ну, сейчас не читаю, сейчас на пасеке, но многие спрашивают, как кормить пчел, как, когда... какую в осень концентрацию делать сиропа. Все вот написано в этой книге. То есть не надо ничего искать. При этом она стоит недорого. Так что всех без исключения приглашаю читать книги, потому что книги... Я на заставочку поставлю эту картинку. Сила ума в книгах, а сила тела в меде. Так что, друзья, читаем книги и качаем и кушаем мед. Все, с вами был Иван Фабро. Все ссылки на книги в описании. Пока!